что все-таки Субару одинаково хорошо проходит и правую, и левую полосу. Ну, а Skyline немножко отстает. Но на левой полосе прохождение получается у него гораздо лучше. Пройдя уже по трассе, ни одна фигура не была забита, сбита. Маршрут вроде, по моему мнению, не был нарушен. И оба участника продолжают движение. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но это все.